шоу. Почему закон Архимеда открыл не я? Земля вращается вокруг Солнца, снова не я. Почему яблоко упало на голову Ньютона, а не на мою? Кстати, о яблоках. А вон и они. Я придумал название гениальному проекту. Люди, вы все станете свидетелями гаджет-шоу! Гаджет-шоу! Друзья, а знаете ли вы, что такое AirDrum? Нет! Нет? Вас что, не учили в школе? Нет, вы что? В Америке каждый ребенок знает, что такое AirDrum. Вот это замечательная штука. Кстати, а почему здесь стоит двойка? Это что, плохая оценка за изобретение? Спешу вас поправить. Он называется AirDrum, и это вторая версия квадрокоптера. Улучшенная маневренность и лучшая управляемость. С этой игрушкой теперь могут справиться дети от 7 лет и старше. Да вы что? Друзья, мы все можем справиться с этой игрушкой. Кстати, я предлагаю поменять ей название. Я предлагаю назвать ее AirDrum. Эта вещь поможет вам укрепить семейные отношения. Представьте себе, муж решил сходить налево. Вы запускаете эту вещь в воздух, и она за ним следит в течение целого дня. Более того, она показывает видео в HD-формате. Вы представляете? Вы увидите, как растут у вас рога в HD-формате. Квадрокоптер AirDrum второе поколение произвел настоящий бум среди радиоуправляемых летающих игрушек. Оснащен видеокамерой, снимающей в формате HD. Лучшая управляемость и маневренность. Увеличенное количество и повышенное качество датчиков. Мощный процессор. Настоящий летающий дрон под управлением вашего iPhone, iPad или iPod. Ну что ж. Хватит болтать, а теперь давайте запустим это замечательное изобретение.
Друзья, ну вот она у меня в руках. Это замечательная игрушка для взрослых. Скажите, вы хотите в нее поиграть? А вы? Ха-ха. Так что, покупайте и играйте. А пока, вот вам, пополняйте запасы железа. Гаджет шоу. Я люблю снимать свою жену на видео. Когда я делаю ей подарки, она любит произносить фразу «Теперь у меня все есть». Но я точно знаю, что я ей еще не дарил. Телефон полностью оправдал все слухи и ожидания. Дисплей стал больше и четче. Процессор быстрее. Корпус тоньше и легче. Масса новых функций и возможностей с новой системой iOS 6. Проще доступ к часто используемым программам и функциям. Цифровая камера iSight с разрешением 8 мегапикселей. Кристаллическое сапфировое покрытие линз. Новый мощный процессор A6. Увеличенная производительность ядер процессора и графического ускорителя. Самая ожидаемая премьера от Apple. Компания называет свой новый шедевр лучшим, что случилось iPhone. Ну что ж, внесите сюда это чудо. Я хочу его поюзать. А сейчас ответьте мне на вопрос. Что тяжелее, килограмм яблок или килограмм айфонов? Одинаково. Одинаково? Ха, конечно. И за это вам подарок. Вот это замечательное яблоко. Друзья, я сейчас вам покажу замечательный фокус. Посмотрите в эту шляпу, она абсолютно пустая и в ней ничего нет. Сейчас нашу волшебную шляпу мы накрываем черной тряпочкой и колдуем. Apple, 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 Store. А с этим чудом техники мы познакомимся в нашей следующей программе. Я, профессор Эпплштейн, и программа Gadget Show прощаюсь с вами. Но обещаю, вернемся. Okay. This is an iPhone stopwatch. And here we go. Here we go. Show!